Всем привет, с вами Дарт Калаш Пул. Сделаю, значит, еще сегодня один видосик. И на этот раз я на обзор сделаю коллекционную фигурку Харли Квинн, которую вы сейчас видите на своих экранах. Это фигурка по фильму «Отряд самоубийц» 2016 года. Ну, сама фигурка проработано хорошо, детализировано. Есть, короче, все татуировки, которые у ней были. Очень детально проработано, но есть некоторые баги. Как вы видите, первый баг это здесь. Фигурку как бы туда не полностью вделали. И, естественно, окраска оставляет желать лучшего. И вот эти части волос, как бы надувные. Просто как бы там воздух. И, естественно, лицо героини. Ну, то есть, она, так сказать, издали похожа. А если вблизи присмотреться, то не похоже. Также ствол детально проработан. Куртка. Так, куртка. На ней есть все, значит, надписи, которые были. Руки. Маникюр. Вот такая. И даже тут татуировки есть. Единственное, что, значит, было у меня в комплекте, это молоток, но он постоянно падал. Последний раз он вообще упал и просто разбился. Ну вот, сама, в принципе, такая вот фигурка Харли Квинн. Брал год назад за 1200 на Алиэкспрессе. И вот просто использую как коллекционная фигурка. Ну, такой вот мини-обзорчик. Извиняйтесь, может быть, кому не понравится. Приболел малеха. На работе, к сожалению, простыл. Ну, с вами был Дарт Калаш Пул. До новых встреч. До новых видосов. И всего вам доброго.